Всем привет-привет! Это Марина Балак из Ванкувера, и сегодня с моим сыном мы поедем в IKEA. IKEA — это такой магазин строительный, там можно всякой-всякой разницы купить, классные вещи есть. Этот магазин очень-очень в многих странах мира, поэтому, да, пользуется очень большой популярностью. Вещи там относительно недорогие, но тем не менее, такие приятные и в тренде все время. Увидимся скоро. А, всем привет-привет! Мы идем в IKEA. Эй, на шведском это значит волка. И елочки такие красивые, и украшения красивые. Скромно и совкусно. Вот не была в IKEA примерно полгода. И что ж теперь? Теперь, чтобы заказать мороженое, нужно подойти к такой машинке, начинать делать тут все. Что ты хочешь заказывать, потом тут же заплатить. Я себе заказала только мороженое. Сынули, что ты еще заказала? Да. Хот-дог. Покажи хот-дог. Крутая сосиска. Ну, раз уж мы в шведском магазине, будем немножко изучать шведские традиции. Так вот, здесь описывается традиция, она называется фика. Это практически национальная, как бы, ну, очень серьезная вещь в Швеции, оказывается. Называется кофе и кейк брейк. Воспринимается так же серьезно и как будто бы. Вот без этого нельзя жить, как будто бы вы зубы не почистили. Тут так, так что, ну что, ребята, больше фика момент нам, момент нам. Здесь есть такой небольшой ресторанчик, где можно перекусить. Очень уютненький. А, смотрите, какие лампы прикольные. Зона отдыха, все в зелени, красивенько, диванчики стоят, и вот это вот чисто в шведском вагоне, конь, зеленый, сделан из горшочков вот таких, но это не настоящее, конечно. Называется «Океан мой дом». Все для детей в морском стиле. О, а это осьминожка идет. Ой-ой-ой. Ну да, такая тема. Вот это как бы living room. Прямо показывается, как можно обустроить всю квартиру. Вот так, кухня. Очень все маленькое, компактное. Даже гриль тут стоит. Имитация того, что здесь улица и небо. Ой, ты мой хороший. Ты мой слоник. Посиди со мной. Сердечко, дайте мне сердечко, дайте мне все. Как хорошо. IKEA, я тебя люблю. В IKEA всегда можно найти замечательные идеи. Как сервировать стол, как украшать стол.
Очень красивая сервировка. Скандинавиан стайл. Ну как тебе диванчик? Ему диванчик нормально. Какой замечательный интерьер. Ой, а это что? Ну что, все готовы к Рождеству? Даже гномики здесь висят. Спальни с такими шкафчиками. О, Марина, привет. Работники все носят желтые такие свитера, на которых написано welcome. Так их можно определить. Классная идея, да, такая. Здесь и кровать наверху. Ребенок туда забирается спать, а внизу рабочий кабинет, портфель, кресло, все как полагается, почти как у взрослого человека. Почему как? Как у взрослого, да. Когда они вот таким образом выстраивают и делают это как будто бы маленький домик, то есть они показывают, сразу видите, как можно вместить в ваш дом ту или иную продукцию. То есть это очень умный как бы подход. О, Ричард, который будет жарить скоро что-то на сковороде. Бафрум, бафрум. Бафрум. Шауэр. Привет всем. Оставайтесь с нами. Подписаться не забудьте. Столовые. Столы на разные цветы, вкус, какие вы только хотите. Со всякими декоративными маленькими украшениями. Например, вот такие. Я думала, это открывается, а оно нет. Так, это у нас все для игр. Есть всякие джойстики, компьютеры. Ричард тоже здесь есть. Штучки, лампы специальные. Красиво. Вот какой красивый стол. Столько идей сразу в голове рождается. Как все это можно украсить на Крисмас? Как здорово, красиво, правда? Ну и, конечно, да. Для детей здесь много всего. Игрушки. И много разных всяких штучек, игрушек. Вот вам так, для ребеночка маленькая куколка. Конечно же, очень много продукции, посвященных кухне. Начиная с салфеток, заканчивая кастрюльками, всяческими бокальчиками, салфеточками.
общем, в принципе, здесь можно купить абсолютно все для дома. Вместе с магазином находится и склад, где можно на всех полочках. Все полочки расписаны, и ты можешь весь товар собрать себе на полочках. И спокойненько выйти в кассу. Спасибо за визит нам, и тебе спасибо, что ты у нас есть.